Патриаршем соборе Воскресения Христова, главном храме Вооруженных сил России по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 15 января 2022 года впервые состоится Рождественский хоровой собор. Общая численность выступающих составит 250 человек. Каждый коллектив представляет программу, составленную из произведений христианской духовной музыки и рождественские колядки из своего репертуара. Открывает и закрывает концерт сводный хор участников.